Это у нас традиционное мероприятие, оно проводится раз в квартал. Единый инструктаж нарядов, задействованных по плану использования силы и средств. В инструктаже принимают участие сотрудники патрульно-постовой службы, госавтоинспекции, участковые уполномоченные со всех территориальных подразделений нашего управления, а также сотрудники Росгвардии, народной дружины, РОРОК, и частных охранных предприятий, осуществляющих свою деятельность на территории округа. А специфика данного мероприятия – это доведение полной информации до личного состава о проводимых операциях на территории городского округа, также Московской области, и оперативная обстановка за прошедшие сутки, что у нас было на территории округа. На инструктаже обращается внимание личного состава на отработку мест компактного проживания иностранных граждан, место нахождения несовершеннолетних с целью недопущения нарушений с их стороны общественного порядка.